упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Они не действуют по шаблону, а всегда стараются найти собственный и усовершенствованный подход к чему-либо. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Владелец имени к своей цели стремится достичь исключительно собственными усилиями, не попадая в зависимость от других. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. И это настоящие первопроходцы. Смелые, неординарно мыслящие, понятливые, собранные, честные и целеустремленные. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.